Оркестр гремит басами так, будто злых духов отгоняет. Но китайские напевы звучат недолго. Какофонию прерывает лирическое отступление для русских гостей. У всех официальных лиц в петличках по розе. Так китайцы выражают свою признательность и даруют статус почетного гостя. В Хэйхэ в этот день вообще все стало почетным. Нам очень почетно, что Хэйхэ – это окно. Мы получили этот статус благодаря нашему географическому положению. Наш город – это окно между Европой и Азией, поэтому взаимодействовать нам просто необходимо. После этих слов разорвутся тысячи бомбочек, и ярмарка-выставка искусств официально откроется. Первые лица Преамурья и Хэйхэ пешком идут до выставочного зала, мимо матрешек, самоваров и танцующих продавцов. Весь первый этаж заняли художники. С правой стороны российские, с левой китайские. А на втором мастера декоративно-прикладного искусства. Куклы для этого театра сделаны из кожи осла. Искусству больше 3000 лет. Мастеров ослиного театра сейчас по пальцам пересчитать. Работа уж сильно трудоемкая и кропотливая. На одну марионетку уходит несколько месяцев работы. Низ куклы делается толще, а верх легкий, то есть выделка ослиной кожи тоньше. Это чтобы кукла была устойчивой и голова ее не падала во время представления. Хорошо, хорошо. Китайцев берестяными изделиями не удивишь, но спросом они все же пользуются бешеным. Любят они картины на бересте. Вот сейчас вот прям взяли недавно две картины. Не знаю, вот что-то вот тянет их прямо. Просто береста, на ней что-то там нацарапано, вот и все. Делегация Преамурья 150 человек, всего же участников 800. Все их экспонаты можно будет купить, хотя продажа – это не цель выставки. Ну, вообще, это возможность показать свое творчество, посмотреть, на каком уровне находится другое, где-то что-то познать, и для творческих людей это очень важно. Помимо выставки в Хэйхэ пройдут концерты, выступления, экскурсии, круглые столы. Тема везде одна – российско-китайская. Продлится ярмарка 5 дней. Это был лишь второй. Третий день ярмарки будет посвящен российско-китайским художникам, а четвертый день – танцевальной культуре двух государств. В пятый же последний день гостей будет ждать пекинская опера. Актеры специально приезжают из столицы на закрытие ярмарки. Thank you.